14 регионов, 160 участников, два дня креатива и творческих свершений. В столице Чувашии сегодня стартовал окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». На входе в Чувашскую филармонию сегодня появилась красная ковровая дорожка. Торжественно прошествовали по ней не звезды экраны, а многодетные семейные команды из всех регионов ПФО. В преддверии большого праздника – Дня семьи, любви и верности – они герои дня. Как говорил классик, все счастливые семьи похожи. Но не в этом случае. На сцене калейдоскоп талантов. Участники конкурса звонко поют, играют на десятки музыкальных инструментов и даже могут пройтись колесом. Уж очень хочется покорить сердца зрителей и членов жюри. При таком разнообразии талантов, море харизмы, выбрать победителей будет сложно. В течение двух дней в Чувашской филармонии многодетные семьи показывают свои презентации, творческие номера. Одна из самых больших делегаций из Башкортостана. В семье Фархутдиновых 18 детей. Приемные стали родными. Причем самому старшему сыну 23 года. Самым младшим всего 6 месяцев. И крошки Маша и Наташа сегодня тоже блистали на сцене. Дружба, единство, поддержка, взаимоуважение обязательно. Я думаю, здесь собрались самые достойные семьи, и все достойные. На самом деле это не только познавательно, но и полезно для семьи, для единения, для творческого развития. Я абсолютно солидарен, допустим, с политикой Чувашии. Это очень здорово, что вы делаете такие программы, такие конкурсы. Это и обмен опытом, это и общение, это и новые отношения. Победители конкурса будут названы завтра, а вот эта семья уже стала триумфатором сегодняшнего дня. Орден «Родительская слава» из рук главы Чувашии получила многодетная семья Чубаровых. Супруги Юлия Валерьевна и Алексей Сергеевич вместе 24 года. В семье подрастают 6 сыновей и 3 дочки.